Ага. Здорово, ребята, с вами Витёк, и сегодня я хотел бы вам показать довольно-таки упоротую флешечку, которая называется Lucky Tower. Витёк Плей известен веселыми прохождениями флеш-игр, а также своей добротой и нарезками стримов. Но что же с ним сейчас? Давайте посмотрим. Витёк создал канал в 2011 году, а снимать видео начал чуть позже. 6 апреля 2012 года вышло первое видео. Кстати, скоро на его канале DR. Витёк всегда был стримером, но он не всегда стримил на Твиче. До этого он стримил на древнейшей платформе sk2tv.ru. Еще немного инфы про Витька. Вот так он выглядит без банданы. И вот его возраст. Да, ему, похоже, более 40 лет. Полное имя Витька — Виктор Павлов. Еще у него есть жена и двое детей. Витёк прославился прохождению игр в жанре рогалик, приключения, экшен и другими веселыми нарезками со стримов. Серьезно, когда я смотрел в детстве эти видео, я думал, что он просто записывает, я не знал, что он стримит. Плюсик в чат, если тоже так думал. Но что же с ним сейчас? YouTube-канал Витька активен, там регулярно выходят перезаливы со стримов. На Твиче Витёк также регулярно стримит, плюс к этому еще параллельные трансляции на Ютубе. Что могу сказать по статистике? Я давно не следил за Витьком и не помню, сколько у него было подписчиков, например, год назад. Но, по-моему, все прекрасно, так как иногда ролики залетают до миллиона. Стримы на Твиче могут залетать до 5000 зрителей, а на Ютубе до 50. Хочу выразить лично свой респект Витьку за то, что смог спустя столько времени сохранить аудиторию. Ну что ж, вот такое видео у меня получилось про Витька. Пишите в комментарии свои идеи для новых роликов, ну и не забывайте, конечно же, про подписку. С вами был я, Майк, всем удачи, до скорых встреч и пока-пока. О, кто-то, говорит, пролил какой-то там сок, прям по всему полу.